Всем привет! Сегодня будет обзор энергетика Drive, желтый Drive, но Apple Blast называется. Очень по-английски, никто, конечно, не поймет. В общем, это яблочный взрыв. Да, вот его состав. Тут, что интересно, буквально впереди идет концентрированные апельсиновые и яблочные соки. Это интересно, потому что не во всех напитках они идут впереди, да, потому что, ну, это такой вкус, наверное, все-таки, да. Я его, конечно, открыл немного, попробовал, ну, то есть тут еще много довольно-таки, я только немножко попробовал. Да, и можно сейчас я его хлебану немножко. О, кислый вкус, зубы не особо ест. Так, что у нас еще тут? Такое приятное послевкусие, когда ты только как бы взял его в рот, да, ха-ха, шутки, и потом у тебя вот эта кислинка сразу идет, а после этой кислинки, послевкусия, вот, вот если язык, да, вот вы смотрите вперед, вот ваш язык, вот эти вот левую и правую части, он так как пощипливает немножко, и ну прям интересно, так вкусненько, я бы сказал. Да, очень даже, да, интересный такой от него эффект идет. Плюс он зубы не ест, что самое главное. А вот этот, сейчас, 5 секунд. Вот этот Торнадо Эктив, он кислый, он очень сильно кислый. Плюс он ест зубы, то есть у вас может от него изжога начаться. Абсолютно, даже у тех людей, у которых нет изжоги на всякую херню. Тут же вряд ли изжога у вас начнется, ну, если вы не слишком сенситивны к изжоге, да. А плюс, можно еще попробовать. Плюс послевкусие приятное. Оно как будто торнадо шторм оставляет на начале языка. Вот язык, вот тут начало. Такое приятное прижигание, что ли. В итоге, ну, в принципе, вкус, ну, стоит того. Можно попробовать, да. Плюс, ну, вкус яблока есть. Не то, что вкус именно яблока, а вкус яблок такой совмещенный с таурином, что ли, можно сказать. Ну, то есть, этот вкус ни с чем не спутать. То есть, таурина или кофеина, скорее всего, таурина, да, потому что кофеин, я не знаю, какой на вкус кофеин, собственно, да. Ну, такой стандартный вкус энергетика, плюс яблочный вкус. Плюс он еще дает кислинку, потом немножко прижигание по бокам, и в итоге уходит. И зубы не ест, и, в принципе, его можно покупать. Он лучше белого монстра 100%. Это да, но, увы. Но, по-моему, у него тут есть сахар. Так, тут насчет сахара что сказано-то вообще? Вот. 212 килоджоулей и 51 килокалорий на 100 грамм же, да? 100 миллилитров, да-да-да, вот. 100 миллилитров. То есть тут есть сахар, да. Это даже отрицать бесполезно. Сколько тут, интересно, таурина? Тут не написано таурина, да? Окей, ну, в принципе, да. Вот и все. Весь обзор этого энергетика. Покупать можно, попробовать можно, да. Гуарана еще есть. Возможно, это этот вкус. Не знаю. Гуарана, странно. Не видел такое еще. Ну, в общем, ладно. Всем спасибо. До свидания.